Срочные новости сейчас приходят из Мособлсуда. Бывший сотрудник полиции Евгений Чистов признан виновным в госизмене и приговорен к 13 годам колонии строгого режима. Как уточняют информагентства, в ходе слушаний он полностью признал вину и подтвердил факт своей вербовки сотрудниками американского ЦРУ. Также Чистов сознался, что 3 года передавал иностранцам информацию о работе МВД России, которая составляет гостайну.